Добрый день, господа. С вами опять доктор Роганов, продолжая свою рубрику «Доктор лечит». Итак, недавно, полгода назад, кажется, пенсии повысили, пенсионный возраст нашему населению. И многие спрашивают мое мнение по поводу того, как мы будем жить дальше с таким возрастом. Я хочу выразить свою субъективную точку зрения на эту тему. Она заключается в том, что я за повышение пенсионного возраста. Почему? Потому что чем люди больше работают, тем они больше живут. Правильно? Правильно. Там сейчас многие скажут, пенсионный фонд зарабатывает там на нас, все остальное. Может быть и так. Пусть зарабатывает государство, все равно каким-то образом государство все равно заработает на людях, и на нас, на нашей работе, это в любом случае. Но для человека лучше, чем больше ты работаешь, тем больше ты живешь. Вот. Чем больше твоя жизнедеятельность, тем больше ты будешь жить в нормальном здравии. То это влияет на наше здоровье, нашу работоспособность. И все, что человек приходит на работу, он занят, он в коллективе, работает, не пьет. Хотя я могу сказать, судя по нашему современному обществу, то, что многие люди и без пенсионного возраста уже чуть ли не пенсионеры, там 25 лет уже ничего не делают, сидят во дворе с пенсионерами, начинают заливать горло. Мы от этого их избавим. Так что, друзья мои, работайте до пенсии, больше пенсии и за пенсии до самой смерти. И это принесет вам здоровье. Все, до свидания.